Всем привет! Мы на правда 7/9. У меня в руках крутая гитара Yamaha FS820. Почему FS820? FS, потому что небольшой корпус, более большой дредноут FG. И 800 это серия гитар с передней декой из массива ели, а с задней декой из махагона. Вот теперь вы знаете чуточку больше о гитарах Yamaha. Yamaha – это великолепная корпорация, которая на рынке уже более 100 лет. Они делают и акустические, и электро, и классические, и цифровые фортепианы, ударные, и многое-многое другое. У них все это получается прекрасно. Я всегда предвзято отношусь к гитарам Yamaha, потому что в России они довольно популяризированы еще с 90-х годов, как первые классные качественные гитары, приехавшие в нашу страну. Но тем не менее, эта удобная малышка мне очень нравится. Во-первых, она красная. Черт, красная акустическая гитара. Красные акустические гитары вы можете найти либо очень бюджетные, либо супер дорогие. А здесь вполне приемлемая гитара по классной цене и очень круто выглядящая, как спортивная красная машина. Второй момент. Она удобная, потому что выполнена в корпусе фолк, я их называю аудиториум. Это не дредноут большой, громоздкий. Вам довольно удобно играть. И это клевая гитара для фингерстайла. Я люблю фингерстайл. Если вы любите фингерстайл, вам нужна Yamaha FS820. Послушаем, как она звучит. Yamaha FS820. Ищите крутую гитару для фингерстайла, она для вас. Ищите классную гитару в подарок, она для вас. Это еще более многое количество крутых гитар в skiffmusic.ru.